Господу помолимся. Помолиться на божественной литургии, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, собрались прихожане Михаила Архангельского храма. Деревня Бушарина давно стала излюбленным местом верующих. В 2003 году здесь началось строительство храмового комплекса. История создания, можно сказать, удивительная. В честь чудесного выздоровления после автокатастрофы сына экс-главы города Звенигорода. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. В древности на Руси возводили деревянные церкви из-за доступности и красоты материала. Не изменяя традициям древнерусского зодчества, храм Казанской Божьей Матери в Бушарино решили строить из сосны, диаметр которой 40 сантиметров. В июле 2018 года строители подвезли первые бревна, а уже через год завершили работы. И вот в деревне возвышается величественный пятиглавый храм. Ну, если сравнивать, например, со храмами, которыми стоят в Кижах, это музей деревянного зодчества, там стоят по 300 лет. Я думаю, этот храм при должном уходе простоит не меньше. Ярко-синие купола ослепляют красотой, и в скором времени можно будет увидеть внутреннее убранство. Строительные работы уже завершены полностью, чистовая отделка подходит к концу. Во время службы церковь сможет вместить более 200 прихожан. Хотя и сейчас в Михаило-Архангельском храме яблоку негде упасть. Здесь душа поет спокойно, радостно и хорошо. Обязательно нужно посещать действительно храмы, потому что с Богом надо жить. Митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий после божественной литургии осветил поклонный крест на Соловецком гроте и осмотрел внутреннее убранство храма Казанской Божьей Матери. Еще в 2006 году церковь была передана Одинцовскому благочинию. И теперь на территории округа это самый большой деревянный храмовый комплекс. Василиса Ивашкина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».